Май – время, когда в Твери области проходят общегородские субботники. В массовой уборке принимают участие коллективы крупных предприятий, организации, школьники, студенты, жители областной столицы. О том, как проходит уборка в городе, рассказывает наш корреспондент. Такую картину в парке Дворца творчества детей и молодежи можно увидеть каждую весну. В мае здесь всегда убирается коллектив крупного предприятия «Волжский пекарь». Традиция приводить в порядок общественные зоны отдыха или территории социальных объектов сохраняется уже несколько десятилетий. Мы делали уборки и парков в городе, и детские садики, и территорию школ, территорию больниц, территорию, конечно, вот это самое родное наше место, это детский парк и дворец детей и молодежи. Этот субботник, мы его называем, посвящен Дню Победы. Именно в канун этого прекрасного праздника, вот у нас такое массовое, сегодня, наверное, более 300 людей участвуют в этом субботнике. У старых архиерейских прудов спиливают нависающие засохшие ветви деревьев. А в это время профессиональные гребцы на сапах и лодках собирают мусор из воды. Технически, говорят спортсмены, это совсем не сложно, но мусора очень много. Веслами подъезжаешь к мусору, собираешь в мешок, и в принципе все очень легко, ничего сложного нет. Надеюсь, что, конечно, горожане увидят, что пруд стал чище, и уже рука не поднимется кинуть мусор. В преддверии Дня Победы субботники проходят во всех районах города, в том числе на городских мемориалах. Каждый год сюда, на Бабачевское воинское захоронение, приезжают ученики 43-й школы. Убирая территорию, высаживают цветы. С 2012 года мы участвуем в реализации проекта. И вот уже несколько лет с администрацией Московского района мы принимаем участие в подготовке захоронения к празднику 9 мая. Девятиклассница Любовь Елизарова уже не первый раз участвует в субботнике. Сегодня в центральной части захоронения вместе с одноклассниками сажают бархатцы и цинерарию. У меня воевал прадедушка и прабабушка, все воевали. Дедушка у меня родился как раз во время войны, маленький еще был. Городские субботники в этом году начались 9 апреля. По традиции участия в них принимают представители общественных организаций, студенты, сотрудники государственных и муниципальных органов власти и учреждений, предприятий, а также неравнодушные горожане. В целом по городу уже произведена уборка 58 территорий и вывезено более 540 кубометров мусора. Субботники в Твери продлятся до конца мая. Присоединиться к ним могут все желающие. Уточнить место и время проведения можно в администрации своего района.